Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Сегодня спецназ «Ахмат» совместно с подразделениями 2-го корпуса народной милиции ЛНР, а непосредственно с подразделениями разведчиков в 4 часа утра заскочили в окопы, в которых находились наши великие воины, фашисты и нацики. Ну, в конечном итоге уничтожили всех, кто остался на месте, а остальные дали такого драпа, что на сегодняшний день в жилой зоне города Рубежная уже нету ни одного боевика. Сейчас идет, по сути своей, зачистка всей территории. Я скажу так, что Ахмат-спецназ готов к выполнению любых поставленных задач, которые будет перед нами ставить верховный главнокомандующий Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну и надо отметить, что пока за нашими спинами есть наш командующий Рамзан Ахматович Кадыров, для нас не стоит ничего выполнить, любую поставленную задачу. Будем выполнять любые поставленные задачи и делать все, чтобы наша Родина спала спокойно, а Украина очистилась от всех нациков и тех людей, которые терроризировали украинский народ и мирных жителей. Ассаламу алейкум. Ахмад сил, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Вот это и есть те бойцы, которые занимаются непосредственно выполнением боевых задач, которые ставятся перед ними. Пожалуйста. Вот совместно с ребятами из 2-го корпуса ЛНР выполнили сегодня поставленную перед ними задачу. Ахмат сила, Вася! Вот он, спецназ Ахмат. Ахмат сила! Ахмат сила! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Харам салата и натаран! Хотелось бы сказать огромное спасибо, значит, нашим заграничным врагам, которые отправляют нам вот эти все комплексы. Значит, у нас на данный момент уже огромное количество ихнего вооружения, которые нам пригодятся в последующем для того, чтобы уничтожать ихние танки. Так что, если что, мы идем к вам с вашим же оружием. Ждите нас, и мы до вас доберемся по-любому. До тех пор, пока есть в нашей стране такие достойные сыны, которые готовы защищать нашу Родину, невзирая на все трудности и проблемы, не жалея своей жизни и здоровья, до тех пор, пока есть команда Кадырова, которая готова выполнить любую задачу, которую будет перед нами ставить верховный главнокомандующий Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, до этих пор наша страна будет жить мирно, и мы будем помогать тем странам и тем народам, которые будут угнетаться такими фашистами, которые были как на территории Украины, так и в других государствах. Поэтому я могу сказать только одно. Если вы угнетаете свои народы, ждите нас, мы к вам тоже придем. И это будет обязательно, иншаллах. А мы можем сказать: Ахмат! Сила! Аллаху акбар! Укропши, угорюбо, позиции, чудяк, Аллах Таала. Серега, Якут! Второй чаруш. Саша. Нелла Адаевич, дуй. Пожгу штука. Он ел шмиревка. У него, да? Да. Рустам. Да, вот его военный билет, серокот. Ну да. Рима, Рустам. Он вот. Или дагестанец. Переингуш. Там, там еще у нас по имени тут написано,